Будто через сумрак времен смотрит на посетителей старейший экспонат выставки «Икона Екатерининской эпохи» второй половины 18 века. Но человек-сведущий понять это может не только по табличке рядом, но и по святым, которых изобразил мастер-иконописец. Великомученица Екатерина в царской короне и священномученик Федор Персидский. Нам известно, что Екатерина II пришла к власти путем переворота против своего мужа. А в перевороте активно ей помогали братья Орловы. Один из них – младший Федор. А вот эта икона размером более 1,5 метра с изображением Николая Чудотворца и великомученицы Александры, вероятнее всего, украшала иконостас храма в честь коронации Николая II. Он, как известно, был очень близок со своей супругой Александрой Федоровной. Кстати, отчество всем иностранным невестам русских монархов дала Федоровская икона Божьей Матери, семейная для Романовых с момента благословения ею на престол первого из династии царя Михаила. Все принцессы, которые из-за рубежа, да, то есть из Европы, которых брали в жены наши великие князья и императоры, именно все иностранцы, они приобретали отчество Федоровны. Если отчество другое какое-нибудь, значит, это местное наше было. Отражение в иконах находили и другие события. 17 октября 1888 года в железнодорожную катастрофу попадает император Александр III со своей семьей. Их спасение называют не иначе, как чудесным. Кроме святых, покровителей семьи на иконе в честь спасения изображают святых, почитаемых в дату крушения, стоящих под иконой Божьей Матери, Избавительницы или образом Спасителя. Если в первом случае это исторический смысл, привязка к дате, во втором случае это как будто образ воскрешения семьи, да, то есть от неминуемой гибели, потому что в той катастрофе 5 человек точно погибло из окружения. Собака даже, которая ехала в одном вагоне с семьей, их пес семейный, тоже погибла. Икона Спасителя, которая висела на стене вагона, осталась на месте невредимой. Подобной выставки еще не было в России. Иконы для нее собирали из разных храмов региона и страны, а также из частных коллекций. Оттого и интерес к ней уже достаточно велик, даже за пределами края. Выставка эта будет до 24 ноября, а потом она уже, скорее всего, поедет в Красноярск, Новосибирск. То есть уже есть желание, стремление, потребность и договоренность о том, чтобы она стала такой передвижной выставкой по Сибири, по крайней мере, точно. Посетить выставку советуют даже людям светским, тем, кому нравится изучать культуру и историю страны. Ведь вряд ли была возможность раньше сделать это по таким необычным источникам. Николай Потешкин, Андрей Печоркин. День с толком.